Лего Детино. Ребята, про это озеро вам никто не расскажет. Добрый день. Италия продолжается у нас. Так что пойдемте. Сперва нужно пройтись. Здесь вы можете кинуть машину на весь день. 15:40, да, Сергей Григорьевич? 15:40 на весь день, да? А на 3 дня 20 евро. Ну, ладно. Мы потопали. Сейчас вниз, да? Что такое? Durchschnittliche Wasserstand liegt bei etwa 47 метров. 47 метров? О, пыхтят тут вниз. Ну да, до озера нужно немножко протопать, но этого стоит. Сегодня погода классная. С голода вам не дадут здесь умереть. Помос, колбаску купить можно. Но вода это намного меньше. Видно, испарилась немножко водичка. Вот. Ну мы сейчас, да, и покупаемся. Плохо, что рядом дорога, не так уж и тихо. Ну ничего, уже опять придираюсь. Сейчас раскинем все вещи. Блин, ну да, она подсохла, озеро. А Костя работает. Костя, как вода? Как парное молоко. Ага. Почти. Я вылез, мне уже на руки ломить начало такое. С морозильника. Холодное, блин. Алекс еще плавает. Не, ну вода серьезно, ледяная. Хотя у нас сейчас уже, наверное, 26 градусов есть, да? Вот и в машине 25 было, наверное, 24. Сейчас накачаем. Поехали. И будем плавать. Кстати, ребята, кто не видал, в Хорватии я плавал. Хорошая вещь. Ребята, вот откуда питается озеро водой, да? Смотрите, из-под горы течет вода. Это круто. И уходит в озеро. Крутяк. Вот, она тут ледяная. Обязательно нужно попробовать ее. Вкусная водичка. Ноги аж наломит. О, надо вылазить с ней. Ужас, какая она холодная. Ляпота. Так, ребята решили попробовать водичку на озере Гарда. Так как сегодня у нас единственный день, где мы можем немножко, как говорится, насладиться водичкой, хорошей погодой. Завтра у нас поход, весь день в горах опять, снова. Так что вот, спустились сейчас с гор. В данный момент находимся примерно 80 метров над уровнем моря, да. Сверху было 600 метров, это классно. Ну вот, будем пробовать водичку в Гарда. Здесь намного теплее, так что я не думаю, что... Мы замерзнем, немножко подзагорим,
Вообще круто. Круто. Сентябрь месяц, и здесь вообще погода прекрасная. У нас в Бремерхафене вчера, или позавчера, был штурм. Было холодно, до сих пор холодно. Мне даже немножко стыдно перед семьей. Уехал, греюсь на солнышке, а они сидят в холодной Германии. Ну ничего, мы сейчас позагораем, покупаемся, а вечером съездим в ресторан. Нам хозяин квартиры посоветовал съездить неподалеку здесь в ресторанчик. Посмотрим, какая еда. Я, конечно, вам покажу, как выглядит ресторан, подскажу, стоит ли. Может быть, кто-то захочет по нашим следам поездить, отдохнуть. Вот. Все, ребята, мы купаться. Так, друзья, серьезно, далеко ресторан. Здесь все винные виноградники. Винные эти поля, хотел сказать. Виноградник. Посмотрим, чем нас здесь накормят. Что такое? Ну, это виноградинка, да. С камней сделано. Оригинально. Так, ну тут надо было заказывать, нет? Запустить надо. О, тут много места еще. Прикольно. Классно. Ну так вот даже, я прошел бы, даже не заметил, что это ресторан. Машина такая классная. Машина, да, классная. О, немцы даже. Тоже немцы. Смотри, тут и апартамент сразу. А что мы здесь не взяли квартиру, Костя? Далеко, до моря. До моря далеко идти. Так, ну мы сейчас прямо за столик сядем, потом писсимоты. На улице сядем, да? Я. Это что мы. Классно. Алекс. А? Так, друзья, если будете сильно спрашивать, как называется ресторан. La Colombera. И мы сейчас будем выбирать покушать. Нажимаем на паузу и... Ну, приемлемые цены, да? Хозяин не обманул. Кухня. Посидеть можно и здесь, на улице. Классно. Тут даже еще лучше. Что у нас здесь, парковка есть? Да, парковка есть, с другой стороны тоже. Получается, ресторан с обоих сторон. Классно. И как видите, далеко от цивилизации. Прекрасно. Пойдемте за стол. Знаешь, это офигенно. Почему это не заказали? Почему мы это не заказали? Потому что тут такого нет. Окей. Ладно, будем пробовать то, что ты нам посоветовал. На первое. Блин, такие тарелки интересные, как будто, блин, стол это кривой. Так, ну что это, второе, опять ну, такая кривая тарелка. Надо было спросить, это что, только половинка? Так, включили свет немножко. Мне надо спросить, когда будет. Блин, ну прекрасно, так можно сидеть. Так, ребята, мы будем сейчас трапезничать, а вам я скажу, приезжайте. Так, выходим, можно теперь снять маску. Так, ну все, было вкусно. Я ему дал поели. 20 евро тынкой до тебя. Неплохо поели. 27 евро с чаевыми. И было очень вкусно. Так, ребята, сегодняшний день наш заканчивается. Нам надо быстро домой паковать сумки, так как завтра у нас будет тяжелый день. Так что от вас, как всегда, вы сами знаете что. Подписка, комментарий и пишите, как вам итальянская еда? Я скажу, что ресторанчик, да, хороший. Ну и видно по гостям. Если ресторан полный вечером, значит ресторан хороший. Все, пока.